Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня обзор игры Dragon Nest, Гнездо Драконов. Получается, здесь мы что, должны выбирать одного персонажа или не одного? Воин. А затем, кто у нас есть? Лучница. Волшебница. Потом клирик. Это тот, наверное, кто там лечит, всякое такое, да? А, Мехололи. Ого. Я такого не знаю. Видите, какая у него крутая пушка. Так, умеет обстреливать противника. Магический урон средний. Особенность класса призывает спутников для помощи в бою. Так, ладно, дальше. Это кто у нас? Ассасин. Класс. И последний это Кали. А, так. Танцовщица из селения пустыни, ступившая на путь мести за убитую семью. Призывает нежить для помощи в бою. Так, не знаю, мне, в принципе, или лучница, или нравится больше, или все-таки волшебница. Сложность управления, смотрите, четверочка. Самый сложный персонаж для управления, что ли? Давайте попробую с самым сложным. Имя можно, в принципе. Так. В общем, просто Визард. Ну, как-то так, короче, просто волшебница. The darkness has fallen. The dragon is hovering in the sky. As the flame of hope blazes up, the destiny of the continent is waiting for you. Спасите, помогите, там крики такие, да, типа. Движение, двигая джойстик с левой стороны, активация навыков с правой стороны. Понятно. Будем разбираться по ходу. Так, нужно немного управления разобраться, потом все остальное. Хорошая работа, давайте попробуем еще раз и направимся к следующей цели. Следите за демонами, получается, я шмах, мне нужно по ним стрелять издалека, да? Пока у нас мана не расходуется, я так понимаю. Толпа демонов, давайте по ней... В общем, вот так вот их... Прибьем. Это комбо. Кто-то зовет на помощь. Давайте посмотрим, что происходит. То, что мы видели уже в стартовой заставке, да? Ого, какой здоровый. А можно большим чем-то его удивить? Так, а что это у нас за магия? Ого. Реально крутая магия. Все, порядок. Вы насекомые. Ого! Ничего себе, какой. Так. А что это за... Огонь какой-то, то есть... У меня целая куча навыков разных. Не успеваю их использовать даже. Ого, это он мне кинул. Так, а ну-ка. Я не пойму, я его вообще что ли не бью или как? Что-то как-то ему там вообще все по барабану. А это я призвал кого-то, да? Все, победили. Эй, ты в порядке? Проснись. А, это сон. Ха-ха, прикольно. Ты храпишь, как свинья, когда спишь. Итак, сюжет пробуждения. Ирине странно на вас смотрит. Ты спишь, что ли? Ну даешь. Если ты будешь косить, инструктор придет в ярость. Что, уже так поздно? Мне пора.
Эй, что за опрометчивость? Если у тебя есть какие-то вопросы, обращайся ко мне. Я всегда буду ждать тебя. Так, сообщите обо всем инструктору. Где у нас инструктор? Волшебниц... Так. Глупыш, ты всегда так опрометчив. Я перестану с тобой возиться, если ты станешь мне обузой. А, задание завершено. Получаем опыт и монетки, да? Хорошо. А, так, следующее сюжетное задание. Я наконец-то избавился от этих сборщиков налогов. И теперь меня отчитывает мой мастер. Хорошо, хорошо, это все моя вина. О чем ты говоришь? Брось. А, кстати, монстров в лесу теней все больше бесчинствует. Это меня раздражает. Положи этому конец. Хм, я незаурядная волшебница. Смотри, я убью их всех. Сходите в лес теней. Хорошо. Перевод здесь как бы немного, я думаю, такой кривоватый, потому что игра вообще, скажем так, на английском языке изначально, на русский ее переводили поскольку-постоку. Недавно здесь появились монстры. В этап в приключения. Условия 3 звезды. Прохождение стадии, без лимита времени, без лимита чего-то там. Ну, прикольно, хоть прорисованы сюжетные линии, да, разные. Лилия. Опа. Хоть не съел сразу. Так, видите, у меня пока закрыты. Ого. Только она, получается, на этом, на расстоянии, на близком бьет, да? Видите, сдалека не достает. Тот вообще на тапок сразу. Сестра, сестра! Не бойся, монстра больше нет. Ты ранена, девочка? Почему ты здесь одна? Роуз, Роуз забрали монстры. Пожалуйста, спасите мою сестру. Монстры схватили твою сестру? Лилия, побудь в кустах. Я пойду спасать твою сестру. Так. Далеко они, наверное, не успели уйти. Я поймал девку. Красавец. О, кто-то там нарисовался. Так, а следите за желтой шкалой супер брони под шкалой жизни босса, да? Навыки босса нельзя прервать, когда активна шкала супер брони. Это типа я не совсем понял. Смотрите, босс только что оказался оглушен, и его броня получила повреждение. Время идти в атаку. А я что до этого делал? А вот у него броня типа восстанавливается, да? Все, теперь у него броня. Когда показатель супер брони достигнет максимум, босс активирует мастерский навык. Уклонитесь. А как уклоняться? Интересно. О, все. Порядок. Сейчас мне тебя не одолеть. Я убью тебя в следующий раз. Не ходи за мной. Он бегает так быстро. Куда он дел ту девушку? Бесполезно торчать здесь. Надо вернуться к Лилии и думать, что делать дальше. Ну, 3 звезды. Это первый такой уровень, да? А, пройти стадию. В общем, все хорошо. Получен золото и опыт. Так, проведайте рыдающую Лилию. Роза, Роза, я только хотела собрать клубники. Как это могло случиться? Это моя вина. Лилия, послушай, Роза бы не хотела видеть, как ты вот так вот плачешь. Подожди здесь, я верну тебе Розу. Хорошо, я не буду плакать. Ты должна пообещать мне, что вернешь мне Розу. Я буду здесь.
А Тимати знает, что Роза пропала. Он ищет ее везде. А может, дело пойдет быстрее, если вы будете искать вместе? Задание завершено. Хорошо. И улучшен уровень. Силы больше, там, ловкости и так далее. И у нас есть навыки. А, это наш первый навык, да? А, предпросмотр. Изучи навык. В общем, буду потом разбираться. Ага, можно открыть следующий скилл. Приходите сюда, чтобы изучать снаряжение и апгрейдить ваши навыки. Так, вас ищет Тимати. Кто такой Тимати? Это благодаря тебе Лилия спасена. Мне действительно стоит поблагодарить тебя. Да я не могу радоваться, пока Роза все еще находится в серьезной опасности. Не волнуйся, я не знаю, почему монстры напрямую не атаковали их, но с тех пор, как Розу похитили, им от нее что-то нужно. На данный момент она должна быть в безопасности. Конечно, но я только что обыскал окрестности поблизости и ничего не обнаружил. А кстати, монстры, которым удалось сбежать, направляются к храмовым раскопкам. Может быть, я найду там какие-нибудь подсказки? Отправляйтесь к храмовым раскопкам. Зайти в портал идти, да? Монстр, похитивший Розу, пробегал здесь. Мы тоже здесь так пробежим ненароком. Так, выберите вид. Идеально подходит для игроков, которые испытывают дискомфорт от 3D игр. Так, а 3D вид идеально подходит для игроков, которые любят играть в 3D игры. В общем, пока я этот выбирал, то уже за меня выбор сделала, да? Ладно. Так, третий навык уже есть. Смотрите, какой он крутой, да? Мана восстанавливается довольно-таки быстро. А здесь я могу что-то брать или нет? И Роза в опасности, я ее должен спасти. Ладно, главное, не мешайся. Так, троечку нужно сделать. О, а почему их не зацепило? Наверное, просто я еще был вне радиуса, да? Так, а вот еще раз троечка. Во, другое дело. Мне интересно, почему сложность управления очень сложная у этого персонажа. А, я что-то вижу на земле. Это карта. Это карта логова монстров. Ясно, монстры должно быть принесли Роуз к отвеченному на карте месте. Надеюсь, что так и есть. Это только часть карты. Нужно больше, чтобы выяснить местоположение. Раз фрагмент появился здесь, это должно означать, что монстры выполняют приказы. Должны быть и другие фрагменты карты. Так, куда мне идти? Я что-то не пойму, что это такое? А, мне просто в портал нужно пойти, наверное. Гоблин огня. А, у меня лед есть, да? А красная предупреждающая полоса обозначает опасность. Не будет лишним уклониться в сторону. Опа! В общем, пока он оглушен, надо этим воспользоваться. Ой-ой-ой, не в ту сторону уклонился. Что, все? Молодец. Похоже, что главная часть отсутствует. Роуз, должно быть страшно. Я думаю, что я знаю примерное место расположения. А давай разделимся. Иди к лесу Святой Земли. Роуз, она так важна для меня. Если что-то произойдет с ней, я... Пожалуйста, помоги мне. В общем, миссию прошли. Так, опыта, видите, я мог получить, наверное, больше почему-то.
Но пока это такие первые миссии, то, конечно же, они проходятся на 3 звезды. Расскажите инструктору про Роузу. А, ну да, Роуз, типа, правильный перевод, Роза. О, такая же, как мой персонаж, да, девочка стоит. А Розу похитили? Почему ты ее не вернула? Глупышка, в общем, да? У нас есть несколько зацепок. Я отправлюсь в лес Святой Земли. Там определенно можно что-то найти. Хм, это может быть правдой. Монстры не опасны для меня, а вот тебя могут навредить, в общем. Поэтому будь осторожна. Я не хочу, чтобы ты опозорила мое имя. Получаю опять опыт и золото. И третий уровень, да? Когда же я смогу все это дело улучшать? Лилии теперь тоже нет. Ох, кстати, Лилия пропала. Она хотела увидеть Розу. Могла она сбежать? Что за беспорядок? Я все еще очень люблю эту девочку и не позволю, чтобы с ней что-то случилось. Ну так пойди и спаси. Вернитесь к Лилии. А где она? В лесу? Так, мне сначала нужно навык улучшить. А, так, это я, получается, улучшаю навыки своей магии, вот этой вот, да? А что здесь? Можно... Запускает огненную осаду перед вами. Допустим, улучшил до 2 уровня. Экипировки у меня, наверное, никакой нет. А, я здесь могу, наверное, навыки менять свои. Ладно, разберусь позже. Пока и так все хорошо. Давайте все-таки возвращаться к Лилии. Всякие гильдии, наверное, там и так далее. Вообще прикольно все. А Лилия проходила здесь. Хорошо. Так, ну что ж. Ого, Лилия, вот ты где. Это не подходящее место для тебя. Пойдем домой. Нет, я знаю, что она была здесь. Я чувствую это. Лилия, ты забыла свое обещание? Хватит бежать. Лилия, это опасно. Дух. В общем, порядок. Она, походу, вперед бежит и бежит. Вот неугомонная, да? А мне, короче, ее спасать нужно. А это такие, как вот вначале мне попадались, да? Ай. Так. Опять сейчас выпрыгнут. О, заморозил. Хорошо. Порядок. Ого, это что такое за чудо? Гигант юнок или юнок. Ого, смотрите, что творится. О, походу ему там чуть-чуть стало плоховато, да? Надо этим воспользоваться. Ой-ой-ой. Что это со мной? Это он меня так раз этот... В общем, нехорошо со мной поступил, да? Я с ним тоже. Это карта логова монстров. Эти монстры настолько глупы. А правило номер один. Никогда не носите с собой карту, на которой отмечен ваш дом. А смельчак, почему ты улыбаешься листку бумаги? Что-то полезное. Приятный сюрприз. Давай пойдем домой, Лили. Остальное предоставь мне. Пока все не сложно. Опыт весь. А, это, наверное, уровень опять будет, да? Или нет? Отдайте фрагменты Тимати. Лилия, ты вернулась. Я просто думал, что стал бы делать, если бы ты ушла. Куча опыта.
Ну. И четвертый уровень, как я и говорил, да? Распознайте карту Стимати. Спасибо, смельчак. Сам прогресса я не добился. А что насчет тебя? Проверь мои трофеи. Ты узнаешь эту карту, ведь так? Отлично, могу я взглянуть. Это намного сложнее, чем я представлял. Логово монстра находится в гробнице. Роза может быть вовлечена в великий заговор. Ничего страшного, пока я контролирую пламя и лед. Я доставлю тебя к гробнице, она охраняется Минотавром. Мне нужно быть смелым, я должен спасти Розу, пусть и ценой собственной жизни. Так, можно еще сделать улучшение, да? Экипно. Может, я зря трачу навыки с самого начала, ну, в общем, как есть. Так, здесь награды, которые можно забрать. Награды достаточно привлекательные. 5000 монет. Ну почему бы и нет? А интересно, если обзор, допустим, сделать 3D? А, типа вот такой, да? Так, а что это? Нужно разбить шкафы вот эти, да? Опа, птички. В смысле, летучие мыши. Они как бы особо там несложные. Так, привидения склепа проснулись. Уклоняйтесь от хитрых изобретений. А я, получается, их не могу, да, победить? Я понял. Так, что-то... Просто нужно быть внимательнее, и все. Получайте, скелетоны. А, вот сундук какой-то крутой. Класс. Ого. И там... Охрана такая мелкая. А что? Я не успел рассмотреть. А что там было хорошего? Так, а вот целая толпа этих. Непонятно кого, в общем. Они что-то вообще меня даже не этот... Не шли ко мне. Что? Так, внутри гробницы обнаружено движение. Проведите расследование. А вот и тот бык, который вначале там... В общем... Минотавр, да? О, класс, они убежали. Уходите, я с этим разберусь. С удовольствием. О, можно так его просто бить. Что, все? Так видели, что я с ним сделал? Просто вообще его уничтожил. Даже кулаком мне не ударил ни разу. Значит, вроде немного все-таки научился с навыками там обращаться, с управлением. Так, ну что ж, найди Тимати и Розу. Ладно, что спасли. Не сделать это было тяжело, если честно. А, мастер, Тимати и Роза еще не вернулись? Ты вернулся? Удивительно. Как ты мог упустить даже не одного, а сразу двоих? Не понял, в чем прикол. Я же их... А, они... В общем... Вы видели, что они убежали, видно, не туда, куда нужно. Осмотритесь вокруг. А меня отвлек этот бой. Совершенно вылетело из головы проследить за ними. Нужно вернуться их и найти. Сохраняй спокойствие, осмотрись вокруг еще раз. Я буду смотреть в оба. Так, кузнец приветствует вас. Можно, типа, наверное, экипировку себе у него заказывать, да? Hey, young
Эй, я знаю тебя, дитя. Ты тут смелый смельчак. Приходи посмотреть мои товары. Прости, меня сейчас нет на это время. Ты видел Тимоти и Розу? Мы разделились, когда убегали от монстров. Что? Я был здесь все время. Они еще не вернулись. Используй мою новую сверкающую экипировку и спаси их. О, он мне дал посох. Хорошо. А, уровень 1, магическое качество 84. Экипировка регулируется здесь. Наденьте ее для сражений с сильными монстрами. А, с обычными не нужно, да? Вернитесь и спасите их. Ну, ладно. А почему? А, похоже, Тимоти и Роза настоящая опасность. Мне срочно нужно отыскать их. Дитя, отправляйся на их поиски в центр карьера. Пусть монстры познают ужас моего оружия. Так, это вот что, последняя миссия в этом разделе, да? О, какой это там кто? Брок. Что-то не видно, чтоб я намного сильнее бил. А что с ним? А почему он не исчезает? Это что, я им превратился в него? А, ваша атака снижена. Ударьте гриб. Прикольно. Это типа шаман, да? А, все. Не совсем понял прикол, но ладно уже. А, соберите источники омоложения и вернитесь в форму человеческую, ясно. О, опять я такой, да? Блин. Не, лучше я пойду все-таки гриб возьму. Главное, чтобы у меня опять форма моя не этот не вернулась. В смысле, не моя. Вот она. Так, а сколько их штук нужно собрать? О, вот телепорт какой-то. А, все, я уже снял проклятие. Брокколопаджа. Ха-ха. Ой-ой, нужно угинаться. Вообще, по-хорошему, нужно бегать так вот. А, мимо, и я думаю, все будет хорошо. Опа, успел. Эти мелкие меня отвлекают просто. Все, мелких прибил. Ой-ой. О, кстати, классно. Ух ты, порядок. Ух ты, еще там их кто-то. Ну, вы чё? Тимоти! Что, убила его? Роза, прошу, спасите ее. Ну, блин, так я и не договаривался. Я думал, это добрая игра. Оказывается, видите, тут даже кто-то где-то кого-то убивает. Главных персонажей этих. А, дастся срочное возвращение. Сообщите обо всем инструктору. Так, кстати, видите, у меня рюкзак. А почему? У меня же был этот вот шлем. Почему не могу надеть его? Надел. Вот и хорошо. Я не умею утешать людей. Что именно произошло? А Тимоти мертв, а Роза похищена красным злодеем.
А теперь в моих глазах тоже слезы. Неважно, что за монстры или банши уничтожили их своей яростью. Отправляйся в гильдию смельчаков и встреться с Декардом. У него есть информация о Розе. Так, уровень 6 уже достигнут, да? Доступны новые навыки. Четвертая магия, да? Хорошо, изучаем. А в экипировке? Вот она, да, четвертая. А что персонаж? Инстант. Дается за прохождение первой главы, да? Мощь плюс 50. Активировать. Он навсегда, да, или как? Наверное, да. А, так, будем надеяться, что Роза спасена. А, ну тоже я буду надеяться, об этом мы уже узнаем из нашего следующего обзора. Надеюсь, вам эта игра понравилась, такая она своеобразная. Я такие игры люблю. Все зависит от вашей поддержки. Если вам понравится, будете поддерживать это видео своими лайками, подписками, комментариями, то продолжу записывать, пройду сюжет там и так далее. А на сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч, оставайтесь с нами, пока-пока.